Сыгранность является неотъемлемым компонентом вашей командной игры в Ultimate Team. Высокий уровень сыгранности позволит вашим игрокам лучше понимать друг друга. Связь между игроками отмечена линиями, соединяющими всех футболистов. Если поставить игрока не на его родную позицию, его индикатор загорится красным. Если игрок расположен на близкой к его родной позиции, например, когда ЦАП играет на позиции ЦП, его индикатор горит оранжевым. Таким же образом, красная линия будет указывать на то, что ваших игроков ничего не объединяет. Оранжевая, что у них есть что-то одно общее, а зеленая, что их связывает два и более компонента. Несмотря на то, что сыгранность команды определяется поведением на поле всей команды как единого целого, существует также индивидуальная сыгранность для каждого игрока. Наряду с уже упомянутым ранее выбором позиции, каждому игроку можно привить новый стиль сыгранности, купив карточку сыгранности на трансферном рынке, либо получив ее в наборе. Каждая карточка сыгранности улучшает некоторые характеристики игрока на определенное количество единиц, в зависимости от его индивидуальной сыгранности. К примеру, карточка маэстро повышает показатели паса, дриблинга и удара, что идеально подходит для ЦАП с высоким уровнем индивидуальной сыгранности. Обратите внимание, что если ваш тренер работает в той же лиге, что и игроки, или он той же национальности, то сыгранность игроков также будет повышаться. Кроме того, вы могли заметить маленький зеленый значок на карточках ваших игроков. Это индикатор верности игрока. Он появляется после того, как игрок проведет 10 матчей за ваш клуб, либо если он попадется вам в одном из наборов. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, чтобы увидеть больше советов по FIFA 16.